Я бывшая дружинница оккупай лагеря Арбат. Я заявляю официально, вся арбатская дружина состоит из бомжей. Как они правильно называются, которые? Щипачей, кидал. Вот. И непонятных субъектов. Там всего два национальности. Это я, состоящая в русских. Вот. Юрий, наш главный по дружине, пытался настроить всю дружину против Боровикова, Демушкина и Белова для того, чтобы взять власть над молодыми националистами себе. Он питается по ресторанам. Все, что было на ассамблее, это было розыгрышем, специально подстроенным. Он запудрил мозги некоторым ребятам, половина ребят за него, и просто все это знают. Юра работает на полицию, сдает своих ребят, и ребята из-за этого попадают в полицию. Вот. Все, кто... уважаемая ассамблея, я прошу лично прощения за то, что происходило. Какое это число было? Когда скандал мы устроили. На баррикадную ты имеешь в виду? Нет, когда тут мы скандал устроили, отдайте когда деньги нам, ассамблеи. Да. 5 числа. 5 числа, за 5 число, когда якобы дружина начала скандал по поводу денег, которые им не дают ассамблея. Потому что эти деньги и не надо им давать. Они их пропьют, и пропьют не ребята, а Юра и Антон Северный. Антон Северный выгнан официально из русских. Это подлая и ничтожная тварь, обманывающая людей. Все.